Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин, я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. И сейчас я хочу рассказать о книге «Юный морец. Крыша ехала домой». Иногда бывает сложно рассказывать о книге, иногда легко, но в данном случае я испытываю колоссальное удовольствие, потому что нет ничего лучше, чем рассказывать о стихах «Юный морец», причем о стихах для детей. А в данном случае мы еще имеем и такой тандем, мы имеем творческое единое видение. Не знаю, как это сказать менее официально, но художник Евгений Антоненков создал иллюстрации к этой книге, которая полностью соответствует, вот, что называется, конгениальной, да, стихам. В этой книге это абсолютно удачно. Не каждый художник детской книги достигает такого успеха. Что такое стихи «Юный морец» для современного читателя, я объяснять не буду. Перед нами живое чудо, перед нами действительно классика современной поэзии, о которой можно говорить долго и о которой можно писать многие исследования, работы. Но ее стихи для детей – это отдельная тема. Дело в том, что на знакомстве с текстами сначала песен, которые поют не кто-нибудь, а, например, Никитины на стихи «Юный морец», а потом и с самими текстами стихов, на этом, как бы сказать, волшебном питании выросло уже не одно поколение взрослых и детей. И одно удовольствие зачастую только вспоминать песенку про резинового ежика с дырочкой в правом боку или «Большой секрет для маленькой компании». В принципе, это абсолютно уже вечные вещи, которые прекрасны сами по себе. Но есть много стихов, которые на слуху у родителей и детей, которые постоянно повторяются в семье, да, составляют основу для игры, составляют прекрасные, превосходные развлечения и тренируют память, поскольку заучиваются с первого раза наизусть. Это стихи, которые менее известны. И вот «Крыша ехала домой», она содержит как старые тексты «Юный морец», всеми любимые и памятные по песням, по мультфильмам, по... ну, в общем-то, самую суть нашего детского чтения составляющая. Так и стихотворение, которое, может быть, не сразу вспоминаешь, но уж вспомнив, не забудешь никогда. Вот «Крыша ехала домой». Заглавное для книги стихотворения. «Мальчик шел, сова летела, крыша ехала домой. Эта крыша не хотела спать на улице зимой. Мыли блюдца два верблюда, и мяукали дрова. Я ждала, когда вернутся крыша, мальчик и сова. Спит диван со мной в обнимку, пляшет снег над головой. Вдруг я слышу, в кнопку бимкнул мальчик с крышей и совой. Я от этого бим-бома стала песней на слова. Я пою, когда все дома, крыша, мальчик и сова. Мальчик шел, сова летела, крыша ехала домой. Вот какое было дело в среду вечером зимой». Если немножко перестать восхищаться и всерьез попытаться сказать, а что же так привлекает в этих стихах, то, конечно, это необычайная раскрепощенность слова. Обычно стихи для детей либо пишутся с большим снисхождением к маленьким читателям и становятся закономерно скучны уже даже им, не говоря уже о взрослых. Либо пишутся с большим прицелом на такого ироничного взрослого, который их прочтет и посмеется над таким тонким юмором, какой-нибудь особенной издевкой, какой-нибудь иронической там задней мыслью, которая в этих стихах есть, и вот это вот нагромождение, оно привлечет взрослого читателя, а детям они понравятся сами по себе, потому что, ну, детям все интересно, что в рифму там легко читается. Как это не смешно звучит, особенно когда я это такими словами рассказываю, это действительно имеет место. Правда, возьмите детские книги, и вы посмотрите, что многое написано не от души, а именно по каким-то лекалам, и это очень плохо, это совсем не то, что стоит читать детям. Юноморец пишет стихи, не боясь никакой абсурдинки, которая попадает в эти тексты, не боясь никакого юмора, любого, не боясь никакой игры словами. Это человек, который абсолютно бесстрашен в этих стихах. Она разговаривает с ребенком своими стихами абсолютно напрямую. Такая гениальная простота возможна только в текстах, не претендующих ни на какие особые отдельные цели. Допустим, если ты рифмуешь правила дорожного движения, то у тебя есть цель. Ребенок обязательно должен запомнить про цвета. Безусловно, благое дело.
Но стихотворение «Крыша ехала домой» она не претендует ни на какие утилитарные цели. Она просто раскрывает ребенку невероятно смешной, очень веселый, фантастический окружающий мир, выраженный в слове. Когда ты читаешь такие стихи, ты понимаешь, что можно же и весело, и забавно говорить обо всем на свете. Можно же и сказать так, чтобы не бояться, что ребенок чего-то не поймет, или что маленький читатель споткнется на этих словах и не поймет, как эта крыша может ездить, и куда она поехала, и все остальное. Все то, что, чего опасаются взрослые читатели, пишущие или рассказывающие, или читающие детям стихи попроще. Знаете, чтобы не задумываться. Конечно, каждое стихотворение из этой и других детских книжек «Юный Морец» – это целое отдельное фантастическое творение, да, некий мир. Потому что каждое стихотворение – это сценарий для игры. Это совершенно потрясающее создание, где уже четко видно, как будет играть в это ребенок, как будет играть в это взрослый, что будет делать папа, что скажет мама, как придумать, чтобы все это. И это все без малейших постановочных эффектов. То есть не расписано по ролям заранее и не придумано так, чтобы было видно, что это, вот, например, учит ребенка прибирать кружки, там складывать. Допустим, самовара, паровоза, вертолет. Он летит, свистит, пыхтит и чай дает. Он летит себе по небу и свистит, и чаек для Дуси с Васей кипятит. Самовара, паровоза, вертолет. Вот это стихотворение, даже не песня, хотя оно поется. Это стихотворение, оно сразу призывает поиграть в этот самовара, паровоза, вертолет. Мне уже много годиков, я не могу уже, особенно в рабочее время на работе, взять и поиграть в самовара, паровоза, вертолет. Но так хочется временами. Читайте эти стихи, читайте их вслух, вы будете их помнить. Это незабываемое наслаждение, потому что в каждое это стихотворение хочется поиграть. Каждое это стихотворение хочется обкатать еще раз, хочется проговаривать каждую строчку, каждое слово. Неистощимое на фантазию, и неистощимое совершенно на замечательные стихи для детей «Юный Морец» предлагает в этой книжке и старые свои стихи, знакомые, и новинки. Вот приятный такой сюрприз. Я уже не говорю о том, что книгу эту просто наслаждение доставляет разглядывать благодаря Антоненкову. Там рисунки, рассчитанные на любой возраст, и ребенок найдет много интересного, и взрослый отметит очень много тонких каких-то забавных вещей. Вот, например, сказка про песенку, да, посмотрите на этот замечательный дом. Здесь каждый персонаж обладает своей историей, каждый, кто нарисован, да, в точности как в стихотворении, от кузнечика до барашка, до волка, каждый что-то делает. Вот можно иллюстрацию, признак, да, затейливый, не просто затейливый, а по-настоящему хорошую иллюстрацию, можно иллюстрацию, опять же, изложить отдельным сюжетом. Очень интересно, очень забавно. И, конечно же, гениальные стихи «Юный Морец». Читайте, наслаждайтесь. «Крыша ехала домой» – одна из любимых книг.